В Ульяновске, я еще раз хотел бы к этому вернуться, вот эта открытость власти, она за короткий период времени из инициативы, а многие говорили, из такой непонятной затеи, превратилась в инструмент управления чем? Непосредственно качеством жизни людей. Вот я вижу, что это 11,5 сегодня обсуждали с председателем правительства, Морозов докладывал, 11,5 тысяч рабочих мест. Дополнительные налоги в бюджет 1,5 миллиарда, инвестиции 80 миллиардов, в два раза увеличилось объем инвестиций за последние 5 лет. Но и глядишь, в нефти и газа, он говорит, нету у меня. Думали, что вот не повезло нам, а председатель ему сказал, наоборот, повезло, было бы нефть и газ, ничего бы не делали. Значит, и вот так потихонечку начинает прокручиваться. Это не означает, что завтра у нас будет, что называется, абсолютно такая сладкая жизнь и рай мы создадим. Ничего завтра не будет моментально. Это серьезная длительная работа. И еще раз хотел бы сказать, вот, дав возможность, может быть, вам для вопросов. Это очень длинная дорога, в которой надо иметь большую любовь к этой работе. Теплые и добрые отношения к этому, без вот внутренней доброты и хорошего вот такого эмоционального, позитивного заряда. Это история взаимоотношений между властью и гражданином, она не летает, потому что чиновникам много поручений, много задач, вот чего вот здесь вот еще свои внутренние ресурсы тратить для того, чтобы услышать проблему простого гражданина. Для этого надо иметь внутреннюю способность к этому. Это вот такое, как чем-то сроду врачеванию. Без любви это не сделаешь. А с другой стороны, это дает результаты, это изменяет настроение в обществе. И это на самом деле позитивно не только для вот сегодняшнего дня. Самое главное, это позитивно, это формирует другую повестку для общества на завтра. Для наших детей, значит, для молодежи, которая на это смотрит. Лучше на таких примерах показывать, куда развивается государство, чем вот, значит, мутные сериалы и «Дом-2» смотреть. Ну вот такое мое отношение к тому, что мы делаем. У нас запаса, что называется, энергии на федеральном уровне не убывает. Я вижу, какие результаты это уже сейчас дает. Представитель правительства считает это одним из главных приоритетов. Президент, когда в декабре встречался с правительством, сказал, ребята, это хорошо, что у вас есть вот такой проект. Вам важно быть открытыми каждому из министров, каждому из региональных руководителей, простым языком, умея объяснять те задачи, которые вы решаете, и проблемы, с которыми вы сталкиваетесь, формируя взаимное доверие. А мы на сегодняшний день инвестируем в внутренний человеческий капитал со стороны государства огромные средства. Такого никогда не было. Это посмотрите с точки зрения заработных плат, какие средства на это выделяются. Да, не везде это идет идеально и просто для бюджетов субъектов. Но это серьезная нагрузка. Формируются повышенные требования к нашим работникам бюджетной сферы, к учителям, к медикам. Но это и хорошо. Вот важно, чтобы люди, которые занимаются общественным контролем, относились действительно к таким функциям государства, как функциям, которые по предоставлению услуг. То есть вот на самом деле медики оказывают услугу, они одолжение делают, и педагоги услугу оказывают. Услугу, за которую общество заплатило. Налогоплательщик, каждый из вас здесь присутствующих, и я за это заплатил. И, соответственно, надо требовать качества этого. Повышаем зарплату, требуем, наверное, с повышением зарплаты лучшего качественного труда от наших с вами коллег из социального сектора. Бизнес надо активнее привлекать к выполнению госуслуг, чтобы конкуренция внутренняя была, не только делать все за государственный счет, чтобы детские и частные сады появились, чтобы вокруг этого малое и среднее предпринимательство росло. На этой конкуренции качество будет повышаться. Если это все в одном лукошке у государства лежит, ну, наверное, здесь глаз замыливается, и отсутствие конкуренции, монополизм государства в этом секторе на качество не самым лучшим образом влияет. А еще раз хотел бы вас, что называется, поблагодарить за ту работу, которую уже вы делаете.
в Ульяновской области. Это для моих коллег из органов власти на самом деле дополнительная серьезная работа, эмоционально очень порой тяжелая, потому что действительно это надо пропускать через себя, давая этому приоритет над такой бюрократическими административными задачами, параллельно их не забывая и выполняя их качественно. Но, опять же, это то, что мы вместе с вами должны строить для лучшего качества завтра.